Всем привет, меня зовут Боксик, и сегодня я вам расскажу, как поставить превью на видео. Итак, для начала вам нужно скачать приложение, которое называется «Творческая студия YouTube». Скачать это приложение можно в Google Play и App Store. Я уже нахожусь в самом приложении. Так, для того, чтобы поставить первое на видео, мы должны нажать на три полоски и на раздел «Видео». После того, как мы перешли в этот раздел, мы тут можем видеть наше видео и трансляции. Мы нажимаем на наше видео и на карандаш. Потом еще раз на карандаш. И тут можем выбрать отрывки для видео. И нажав сюда, мы сможем выбрать саму фотографию. Так, допустим, я хочу выбрать вот эту вот фотографию. Нажав на нее, она вот так появляется. И чтобы сохранить все наши изменения, мы должны нажать на кнопку «Выбрать». Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока!